Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму «Новидення в розпалі», а точніше вже добігає зовсім скоро до кінця, але в нас досить такі цікаві гості. А я хочу трошки влізти і сказати, що я не просто десь бігала і відпочивала, як сказав Віті, що послав мене за чайочком. Я пішла, звісно, без чаю, але з гостем і не з пустими руками. Ну, я бачу, мені подобається, коли гості щось приносять, Інна підписується, що це вона теж несла. Ну, добре, що ж, можемо представити вже нашого гостя, який завітав до студії. Завітав сушист Олексій Цой, вітаємо тебе. Дякую за те, що зранку завітали до нашої студії. Тим паче, що ми сьогодні говоримо про Східний Новий рік, і відповідно в тематику, скажімо так, буде звичайно ж і ці страви, які ви принесли. Розповідаємо, що це до чого. Ну, як ми знаємо, що це суші, але все ж таки їх різновидності величезна. Ну да, якби большая дуже большое количество. Да. Якби сьогодні ми принесли суші, точніше роли. В них входять омлет томага, огурчик. Сыр мягкий Филадельфия, ну, как бы основной ингредиент – это рис. Сверху мы покрыли их угрем, тунцом рыбой, форелью, лососью, икра тобика і авокадо. Ти знаєш, що дуже цікаво. Ось я, як людина не спокушена на рибі, для мене ти казав різні назви риб, я не розібралася, де яка. Де що, да? Так. Смотрите, вот это получается угорь, копчёный угорь. Угорщина. Да. Дальше у нас идет это тунец, рыба, это идет лосось. Получается еще плюс у нас мы производим свое сыровяное мясо. Оно еще покрыто, ну вот этот рогчик покрыт сыровяным мясом. И вот икра тобика и это авокадо. Тобик это кто? Тобик это икра летучей рыбы. Ага. А ми думали, тобік – це хтось там, якийсь домашній улюбленець був тобік, раз, і вже в нього є ікра. І вже ікра тобіка стала. Так, це ікра літучої риби. А я дивлюсь, також кунжутом, так, присипано? Так, виходить, чорним і білим кунжутом присипано. Зверху ще присипано, точніше, політа унагі соусом і оріховим соусом. Чесно, зараз соромно сказати, я не знав, що є чорний кунжут. Я також дивлюсь, не буду соромитись, добре, що Вітя, ти перший розпочав. Взяв на свої плечі цей сором. Так, дійсно, тобто бачимо, що в основному інгредієнти одні і ті ж самі, так, використовуються? Так, просто вони по-разному, вони можуть бути, як і знутрі, так і знаружи можуть бути. Даже тот самый авокадо, как бы, оно покрыто сверху, оно может быть еще и внутри. Тот же самый огурец. Он может быть и снутри, и снаружи. А вообще, насколько популярна, как бы у вас есть, скажем так, возможность вот, проанализировать, насколько популярны суши в городе Николаеве, вот среди николаевцев? Они очень популярны. Сейчас люди, я не знаю, но они, ну, как бы, очень сильно употребляют их. В больших количествах, да? Японская кухня сейчас популярна не только в Николаеве, в Украине, вообще по всему миру. Что еще, кроме суши, любят украинцы из японской кухни? Что для нас присуще стало уже? Ну, во-первых, это лапша удон. Она так называется, и как бы ее очень часто берут и очень любят. Ну, хвалят ее очень. Есть еще у нас супы, суп фирменный, там, суп мисо-суп. Ну, мисо-суп там... Интересно, это название, мне нравится название. Ну, там, получается, главный ингредиент вот идет мисо-паста. Это как бы бобовая паста идет. Ага. Про боби мы сегодня говорили. Да, теж говорили, невід'ємний атрибут, все ж таки, Нового року в Японії. А ще також питання, все ж таки, мені завжди було цікаво. Я ось, наприклад, коли приходжу, я завжди прошу виделку. Ну, так уже є. Але все ж таки, наскільки люди в Миколаєві вміло користуються паличками? Ну, большинство, да, большинство людей, да. Тобто таких позорників, да. Як я, да, дуже мало. Знаєш, Тюню, ну, такі позорники, як ти, це взагалі одиниці, але деякі люди беруть палички і просто отак наштрикують, як виделкою. Ну, це було б дуже позорно. Краще, що виделкою, да? Я вже думаю, краще виделкою. А все-таки, кроме ватерол, которые, да, що ще можна предложити, скажімо так, що приємливо к нашому організму? Тому що чужу кухню дуже сложно воспринимает, скажімо так, другая національність. Ну, наприклад... Или все-таки оно как-то смягчається? Може, в японцев оно по-другому, чуть более острое там, и так далее? Не, ну, вообще японская кухня, она более такой, не острая, а кисло-сладкая, она больше идет. И, ну, мы пытаемся подобрать роллы, как бы у нас есть и японские, чисто японские, да, роллы, есть еще свои роллы. И мы пытаемся их так подобрать, чтобы они были не острые и чтобы они очень людям нравились. Как бы наши сейчас тоже пробуют. Ну, во-первых, смотрят на них, когда читают меню, да, они, например, смотрят на них и говорят:
Что это там? Он там, например, с беконом ролл. Ну, как это, что это такое? Кстати, вот такие интересные комбинации, хотелось бы их тоже узнать. Наши, скажем так. Суши с салом есть? Ну, не с салом, есть с беконом у нас. То есть с беконом. Что еще вот такого оригинального можно предложить? Скажем так, ну, уже чисто украинские роллы. Украинский вариант японской кухни. Ну вот, как я рассказывал еще, ну, есть у нас покрытый огурцом. Как бы в Японии, как бы, ну, если чисто в Японии, таких нет. Вот у нас мы придумали вот покрытый огурцом. Какой там, ну, крабовой палочкой покрытый сверху. Тобто можно уже робити не просто крабовый салат, а уже крабовый. Да, кстати, все-таки еще соус. Я вижу, у нас соус. С каким соусом кушают? Это соевый соус. Соевый соус. Да. И палочки. Все. Инна, скажи мне, пожалуйста, ты умеешь пользоваться, нет? Ну, ты знаешь, немножко умею. Ну, давай, ну, можно, да, пускай меня, попробую, конечно. У меня единственная просьба, я их разрывать не умею. Давайте, могу? Да. О! Ой-ой-ой-ой, давай. Ну, дивись, я их вот так тримаю. Сейчас посмотрим. Да. Так, операторы все, пожалуйста, ловим. Сейчас она так раз их отбросит. Ну, моя ты умничка. Ти знаєш, коли з того місця, то можна і суші взяти. Давай тобі проба, пора. Народ, тепер пояснюємо. Мені немає. Пояснюємо, як робити. Тому що... Леш, помоги да. Віктору, тому що... Смотрите, давайте я зараз якби покажу. В чому зараз, друзі, хто как не вміє? Тому що у мене своя адаптація. Смотрите, во-первых, першу палочку держимо, грубо говоря, як ручку. Вторую палочку беремо зверху. Так от. Ну і якби... Ага. Зараз спробую. Так, друзі. Давай, Вітю, не перша є кручка. Запам'ятали, да? Побачили? Показую всім. О. Другу, так, зараз. Другу зверху. Ну, зараз. А ти опустися так, чик-чик-чик, робити. Боже мій. Ну, практично. Так, зараз спробую. Ой, боже, ні, зараз видається. Зараз перша проба пера, вона завжди складна. Що, нести виделку? Так. Та ну, не позоржують мене. Бачиш, я з першого разу. Зі своєю адаптацією, але змогла. Є! Ура, ура, ура. Хоча, знаєш, вже була думка наколоти. Мої дійсно, поради дійсно діють. Так, дійсно діють твої поради. Ну що ж, наостанок ще, скажімо так, хотілося б ще запитати про те, яку, все-таки, яка кухня, от японська кухня, які ти ще блюда, от, які можете посоветувати ніколайцям попробувати? Що, от, ну, суші не всі люблять, не всі пробують. А що ще от такого є? Ну, як я буду повторятися, во-первых, лапша удон є, ну, плюс у нас ще є прикольний із рисової бумаги, є ще десертіус називається. О. Это сладкий ролл. Сладкий ролл. Ну, наконец-то. Да. А что туда входит? Получается, туда идут разные тортовые начинки. Семечка входит туда, кунжут входит, вафля входит, например. Что-то еще там. Мне сейчас это напоминает, знаешь, турецкую кухню восточную. Не, очень вкусно. Я хотел бы попробовать, кстати. Но это, я так понимаю, чисто ваше уже блюдо, да? Или все-таки в Японии тоже есть сладкие роллы? Ну, как бы тоже есть. Ну, в основном чего просто японцы не придумают, да? Сладкие роллы идут из риса. Ага. Ну, не, рис, ну, у нас круто. Как-то рис сладкое не особо как-то мне. Ну, ты, кстати, знаешь, у меня сладкий рис ассоциируется с другим блюдом, да, украинской. Украинская уже кухня, да. А поэтому, ну что ж, я точно беру визитку, приду к вам сегодня, попробую сладкие роллы. А поэтому это что-то для меня будет новенькое. А дякую вам за то, что вы сегодня завитали. Мы благодарим тебя, Леш, за то, что ты сегодня сделал нам просто экскурс в историю и создание суши. Научил Витю, как правильно пользоваться палочками. Мы благодарим... И рассказал, что в Украине делают свои уже роллы. Оригинальные, например, с беконом. Ну и сладкие вот можем попробовать. Поэтому спасибо тебе большое. Мы говорим спасибо Сушико за то, что они сегодня действительно сделали нам такой небольшой презент. Да, спасибо большое вам, ребят. Будем ждать вас еще в эфире.